Всем привет, это с вами канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий Олег. Итак, в прошлый раз я ходил на беговых лыжах, на тоненьких, на узеньких, помните, да? Сейчас мне зять подогнал вот такие вот лыжи, лесные, подкрепление с валенками, то есть теперь не надо будет мне ходить, как в тот раз я перся, было 27, 30 было, 34 даже градуса было, но вышел я в 27, морозы пошел назад. Хоть у меня и термоноски были, ноги не замерзли, но как-то рисковать у меня больше желания нету. Лыжа была расклеена, то есть, ну понятно, не новые, да, тут, видите, задник тоже. Потом надо будет вот так вот срезать здесь, там, жинь, чтобы дальше лопаться не стало. Взял я вот такой вот клей столярный, склеил, стянул. Сейчас давайте отпустим, посмотрим, что у нас с этого вышло. Ну, вроде в порядке. Сейчас я буду делать крепление. То есть для того, чтобы эти лыжи, где можно пройти, я буду идти пешком, а где нет, я буду идти на лыжах. То есть там дороги очень много, и чтобы эти лыжи не тащить на себе, придумал я вот такое вот крепление. Взял широкую такую липучку, сейчас ее в виде хомутов сошью. Будет мне счастье, и пойду я послезавтра на базу канала «Я и мой хвост». Вот здесь вот тоже надо доделать. Здесь, по идее, надо бы опилочки с этим же столярным клеем, либо эпоксидкой залить вот это вот дело. Но это гораздо лучше, нежели беговые, потому что на беговых там проваливаешься, лыжни там нету, все вы помните, да, как я там шел. В общем, сейчас буду делать крепление для лыж. Вот по образцу вот этого, крепление, которое я купил в магазине, да, вместе с лыжами. Взял более широкую ленту, потому что лыжи будут лесные. Клеим, сейчас надо только сшить и приделать ремень, это будет переноска для лыж. Ну, короче, вот она система готова. Ушло на изготовление у меня с развертыванием, с обрезанием, с промерами где-то минут 20 вместе с шитьем. Вот здесь вот на липучке, да, понимаете, да, вот она шита липучка, расстегивается. Здесь то же самое, расстегивается широкая липучка, да. Ременная лента регулируется. Ее можно как через плечо перебросить для транспортировки лыж, да, а можно на плечо повесить. Лыжи здоровенные, лесные, так, чтобы понятно было. Да, вот здесь регулировка идет, можно больше сделать, можно меньше сделать. И вы взяли и понесли. И все у вас вместе находится. Вот это вот пробка для того, чтобы смазывать лыжи. Все. То есть участки, где мы идем на лыжах, мы идем на лыжах. А участки, где мы можем на лыжах идти, нам неудобно, допустим, идти на лыжах. Мы подходим, быстренько застегиваем раз. И понесли.